И вот нежданно-негаданно подкралась вроде бы пятая завершающая серия, где я вкратце освещу все то, что было сделано с этим мопедом. Кому интересно посмотреть полные фотоотчеты, заходим по ссылке в описании в мою группу ВК, либо на страницу, или ставим стену, Йобрик там прям вот на первых местах, можете вбить в поиске по стене UBR и тоже все прекрасно найдете. Вот. И, наверное, пойдем спереди, с передней части мотоцикла, и завершим задней частью. Значит, начиная сверху, был устранен люфт рычага. Рычаг был рассверлен, сделана переходная втулка, и то есть все это держится на втулке, люфта совершенно нету, и выжимается все одним пальцем, без западаний и без залипаний. Заменена тормозная жидкость, вместе с тем еще почистилась машинка, ну потому что тут не вариант, там ржавчина перла просто адская, я не знаю откуда, сколько он стоял, в общем тормозную жижу не меняли никогда. Далее нашел такие вот заглушечки в руль, но это так, просто чтобы было приятнее. Спускаясь вниз, у нас появился трос спидометра. Перебралась рулевая колонка на старых подшипниках, просто все помыто, почищено и замечательно стоит теперь. Установлены гофровилки, перебрана вилка с заменой сальников, масла и прочего. Далее у нас восстановлен трос сцепления, он весь затянут в термотрубке, так как трос-то в целом живой, но был весь полопавшийся от времени эксплуатации. Далее была целая страдальческая феерия с редуктором, то есть редуктор весь разбирался, вытаскивался червячный механизм, из него вытаскивался вгнивший туда трос старого, спидометра. Вот, все это сделано. Диски отмыты, очищенные, заменена на новую резина, колеса отбалансированы. Перебрался передний суппорт с заменой колодок, конечно же, все помыто, почищено, помазано, в общем, все как я люблю. Далее настроились клапана, почищен, настроен карбюратор, заменен воздушный фильтр. Что у нас тут далее еще? Далее мы двигаемся. И куда мы придвигаемся? Придвигаемся мы к цепи и звездам. Значит, заменена ведущая звезда, снималась полностью цепь и отмывалась вот до идеала, потому что цепь хорошая, но просто не обслуженная. Соответственно, мылась звезда, мылись оси и прочее. Также заменена на новую резина, отбалансирована, вот, и с этим тоже все прекрасно вроде бы. Заменена лампочка в стоп-сигнале, он же габарит, сгоревший один контакт был. Вот, чтобы еще-то вспомнить интересного. Вроде бы... также перебрался задний барабан тормозной, его тоже в жизни никто не трогал. Выпрямил дугу немножко, но она, правда, из фольги, сильно это не поможет, ну да ладно. В общем, на самом деле проделан большой такой комплекс работ, но все они носили характер глубокого технического обслуживания, нежели какого-то серьезного ремонта. То есть бегать этому мопеду, я думаю, еще и бегать, если с ним ничего не случится. В общем, как-то так. Что бы еще хотелось сказать? Да вроде бы как. Да все и сказано. Вот. И на этой замечательной ноте, наверное, можно закончить, хотя можно еще и запустить, попробовать. Вот так вот у нас работает. Тишайший, без единого постороннего звука. Ну, в общем, нет смысла его мучить. Он полностью работоспособен. Счастлив вместе со мной. И на этой замечательной ноте это будет все. Всем спасибо.